Вот об этом водоеме, что вы сейчас посмотрели кусочек, и пойдет речь в нашем видеоролике. Всем привет-привет! Сегодня 29 июня 2019 года. Мы в Казахстане, Кустанайская область. Вот, Северный Казахстан, Кустанайская область, Аулик-Кольский район. Это прежнее название Семиозерный район, Семь озер, в общем-то, и находимся мы в Кушмуруне. Вот эта карта, я чтобы показать, вот посмотрите, что у нас здесь творится. Вот этот Кушмурун, а Кушмурун у нас сейчас находится, мы его сразу быстро можем найти, с одним из самых крупных озер Казахстана, это озеро Кушмурун. Вот давайте мы посмотрим, что рядом с поселком, со станцией Кушмурун находится. Вот смотрите, вот Кушмурун, да, и вот здесь вот всевозможные разливы, озера, речушки большие, речушки покрупнее, речки соленые с водой, да, реки пресноводные, вот, вот допустим, такое вот чудо, да, природы. Озеро Кушмурунское, оно соленое, да, река Убаган выходит из озера Кушмурун. Далее, это же река Убаган проходит систему различных озер здесь, в общем-то, и уже выходит вот здесь вот далее, да, уже пресной, да, с пресной водой, в которой водятся раки. Ну, сами понимаете, раки, в общем-то, только в чистой, хорошей воде. Вот как-то так, вот, вот такая вот одна из историй, в общем-то. Теперь далее мы будем смотреть места, сакральные места, места, где жил и учился юный Чекан Валиханов, вот, места, где ставка хана, хан Джиткен, по советские времена назвали Киджиткан, в общем-то, вот, и мы будем смотреть вот как раз вот это озеро, вот здесь оно расположено. Всех приглашаю посмотреть, пожить, вот, подпитаться энергией, в общем-то, укрепить свое здоровье, поправить свое здоровье. Это все можно сделать вот именно в наших местах. Давайте мы с Кушмуруна станция, можно приехать, заранее нам позвонить. Я дам телефон человека, с которым вы позвоните, он организует встречу вам, предоставит вам жилье и проведет вот по вот этим вот достопримечательностям, которые у нас находятся рядом с озером Кушмурун на Синей горе. Вот отсюда мы проедем из Кушмуруна по центральной улице Ковкитаева на Степную, и здесь вот на эту вот трассу мы выезжаем. Вот эта глупость, которую сотворили, золоотвал здесь сделали в таком красивом месте. Ну, идиоты, что кто это придумал. Теперь далее, значит, мы проезжаем далее. И вот едем, едем, едем. Мы вот сюда попадаем на Синюю гору. Вот здесь вот начало подъем Синей горы, да. Эта трасса пойдет далее на поселок Киров. Вот, и далее там ключевой Новопавловка, а нас интересует будет вот это вот водоем, вот этот, да. Вкратце скажу, с левой стороны вот здесь это угольный разрез приозерный, который в этом году полностью был не то что законсервирован, все, все здесь разобрали, здесь ничего нет, здесь все затоплено, то есть разреза приозерный только теперь разрез приозерный в истории. То есть ничего здесь нет, не будет. Ну, может, лет через 100, 200, 500. Вот, теперь смотрите, далее мы едем вот теперь по проселочной дороге. Вот здесь вот сюда переходим, да, чтобы как можно добраться. Вот, по вот этой проселочной дороге. Вот она. Сейчас я линейку отключу. Вот, это проселочная дорога, вот она. И мы вот едем, 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 проезжаем здесь такое озерцо, вот это карьер здесь песчаный, вот песок добывали, тоже его теперь в этом году полностью прекратили, здесь все, входы и выходы все зарыли, перерыли, в общем-то все, то есть разрез, карьер у нас тоже не существует более. Теперь далее здесь вот
блюдечко озера, семейный отдых. Родниковая вода чистая, неглубокая, классная. Вот здесь я прописал место пикника. Здесь у нас стол деревянный, кушмурунцами установлен. Лавки, в общем-то, то есть бочка металлическая под мусор. Вот здесь родник, вот, который постоянно чистит группа, туристическая группа 121 школы. Вот здесь вот постоянно они весной ходят в походы и вот чистят здесь вот территорию, родничок это самое устраивает. Вот. И далее, вот с этого места хорошо видно обелиск Чеканово-Лиханову, который находится у нас вот здесь вот на возвышенности, как раз вот здесь вот уже озеро, а здесь вот такой вот холм еще находится. Вот я его здесь указал, позиционировал через по спутнику, в общем-то, это точное место, где он находится. Вот, это вот обелиск, который был построен в 90-х годах учащимися туристической группы школы 120, которым руководила директор ФАСТ Рина Августовна. И вот эта туристическая группа, это была под руководством Юрченко Виктора Николаевича. Заучку организатор Татаренко Дмитрий Юрьевич. Вот они как бы вот инициаторы, в общем-то, установки вот этого обелиска. Завезли камни, потом мы на холм передавали эти камни, поднимали здесь, вот все это на раствор садили, и вот такое сделали обелиск. Но это подробнее более в следующем видео. Уже одно видео на этот обелиск мы уже ездили, вы можете посмотреть. А сегодня мы вот смотрим вот это озеро. Вот это вот небольшое озеро. Вот у нем расстояние. Сейчас я вам замерю, покажу. Да, метров 100, наверное. Вот, да, 107 метров. Ну, примерно это самое. Здесь соцветия всяких трав. Вот очень много. Они стоят в воде. Водные какие там растения, в общем-то. Вот здесь вот все это в деревьях. Огромнейшие деревья, в общем-то. Вот это все холм, возвышенность. Сюда спускаясь, в общем-то. Ну, классно. В общем, обалденное место. Все вот это вот, оно дает какую-то целебную среду, целебная вода, вот пропитанная вот этими разными травами, лечебными, целебными. Ну и вот люди здесь как бы подлечиваются, поправляют свое здоровье, заряжается энергия, в общем-то. Там у нас есть грязи, целебные грязи, которые, в общем-то, проверяли в научно-исследовательском институте города Москвы. В советские времена признаны целебными, ну и у нас была целебность грязи заключается в том, что все раны, да, не заживающие, где плохое кровообращение, у кого, в общем-то, и какие-то рамки, которые гноятся, не заживают, в общем-то, вот с помощью этих грязи, да, оно, вот, эффект заживления всевозможных, да, вот, суставы, ног, рук, вот, у нас часто некоторые, даже молодые люди, в общем-то, ездят как раз вот в устья этих мест, в устья, где река Обаган и Кушмурунское озеро, вот там вот добывает эту грязь, расчищает, ну, и вот потом обмазывается полностью, и, ну, то есть это уже факт, то есть это признанный факт, это были лечебницы, в общем-то, при больнице, больница была крутая у нас в те время, в общем-то, при вагонном депо, где работало тысячи людей, в общем-то, тысячи работников, даже там эти были грязелечебницы, эти ванны, были специалисты, доктора, в общем-то, медсестры, вот все это было, все это успешно сейчас похерено, вот как-то так. Вот, ну и теперь давайте посмотрим видео, да, видео вот этого водоема, видео окружающей среды. Поверьте, это очень красиво, это очень здорово, в общем-то, да. Вот, я же с вами попрощаюсь, спасибо за просмотр и всего доброго, пока-пока, подписываемся, ставим лайки и до новых приятных видео. Thank you.
Когда переполняется, наверное. Ага.